У членов городского совета ветеранов лето прошло плодотворно. Они ездили в Саранск, Кабарки, Тархан и Болдино. Набравшись новых впечатлений и положительных эмоций, ветераны снова встретились в своем помещении на улице Пионерской, чтобы пообщаться, поделиться новостями и рецептами осенних заготовок. У нас сегодня ежегодный праздник, посвященный Дню осени и поздравлению юбиляров. Мы каждый год отмечаем День осени и всегда приносим свои, что у нас вырастили на огородах, и все, что было. Ну и что-то, может быть, не все, но, тем не менее, мы стараемся это дело делать всегда. Также на празднике осеннего урожая поздравили летних юбиляров. Всего поздравили 13 человек. Для них ансамбль «Улыбка» подготовил концертную программу. Ансамбль неизменно выступает на всех мероприятиях Совета ветеранов. Для гостей подготовили праздничные столы. На специальном месте хозяйки выставили свои соленья, консервирование, пироги и прочие закуски из сезонных овощей и фруктов. И я хочу пожелать вам действительно подобраться энергии, потому что эта энергия обязательно понадобится. Энергия понадобится не только для праздников, там, так далее, для встреч, а для всех разных самых житейских дел. Это действительно и помощь фронту, помощь нашим ребятам, помощь своим близким, помощь детям, внукам, всем. А для этого, в первую очередь, нужно здоровье. Поэтому я, опять же, пожелаю вам здоровья, поднабраться сил и всем вместе делать хорошее, доброе дело. У членов городской организации ветеранов активная гражданская позиция. Многие из них собирают гуманитарную помощь для военнослужащих СВО, беженцев, а также для детских домов. Дальше в планах у ветеранов поездка в Гагино вместе с ансамблем, в Нижний Новгород на культурную программу, а также подготовка к Новому году. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.